наоборот. Мы вводим одного ученика на общий класс, в котором учатся от 22 и выше. Вот вы видите на фотографиях, то есть это у нас первый опыт, еще вот в прошлом году мы начали это вводить. Особенно ребенок Семенов Роман с диагнозом ДЦП, он колясочник, вот вы видите его особенную парту, которую мы заказали уже родители через благотворительные фонды. Он учится в обычном классе, он сейчас у нас второклассник, учится по обычной программе. То есть есть, конечно, сейчас это подразумевает, что это адаптивная программа, но он учится по обычному, мы его ведем в обычном классе. И вот другой вариант, это уже девочка с диагнозом ранний детский аутизм. Она учится от 9-го лицея нашего города, где с ней занимаются педагоги, учится по индивидуальной программе. То есть она приходит на те предметы,